Еще один объект культурного наследия в Самаре планируют реконструировать. На этот раз в госпрограмму сохранения памятников архитектуры пытаются внести здание бывшего земельного банка. Сейчас там расположен один из корпусов Самарского технического университета. Ход работ по восстановлению исторического центра областной столицы сегодня оценили на специальном заседании под руководством депутата Госдумы Александра Хинштейна. Кроме того, обсудили еще один партийный проект – реконструкцию бывшего коммерческого клуба. Расположено здание по адресу Куйбышева, 104. В скором времени его планируют превратить в межвузовский культурный театральный центр «Дирижабль». Помимо этого, в ближайшие дни объявят конкурс на проектирование ремонтных работ и еще одного знаменитого здания – фабрики «Кухня». Ориентировочная стоимость составит 40 миллионов рублей. А уже в следующем году планируют приступить к работе на объекте. Фабрика «Кухня» даже в нынешнем своем состоянии, она уже живет. Вот сейчас там закончилась выставка современного искусства, посвященная 170-летию Репина, непосредственно в тех залах, которые сегодня, увы, выглядят не лучшим образом, но объект, что называется, напитывается культурой, и через несколько лет все будет выглядеть там совершенно по-другому.